Доброго времени суток, дамы и господа. Меня зовут Дмитрий Медведев. И на моем канале «Заработок в интернете без вложений» мы с вами наблюдаем криптовалютой наши кошелечки, чтобы стать состоятельными людьми в недалеком будущем, когда криптовалюта выстрелит в очередной раз. Подпишитесь на канал и не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного проекта. А если удобно отслеживать информацию в соцсетях, подпишитесь на мои группы «Заработок в интернете без вложений». Это можно сделать на главной страничке моего канала в правом верхнем углу, а также в описании любого видеоролика. ВКонтакте, Facebook, Telegram, Twitter. Сегодня мы с вами примем участие в двух проектах и должны заработать в общей сложности $140. Начнем с биржи VIX. Она запускается второй квартал этого года. И если уж я заговорил о биржах, то обязательно примите участие еще в двух проектах, топовых проектах. Вы их можете найти на главной страничке моего канала «Заработок в интернете без вложений». Это первый — биржа Bitstack. Здесь мы с вами очень много можем заработать. Посмотрите этот видеообзор и примите участие. А также буквально вчера я разместил видеообзор от биржи CoinFox. Ну а теперь биржа VIX. Здесь мы за простое подтверждение имейла и вступление в группу Telegram сможем заработать $40. Подтверждаем имейл, зарабатываем 100 токенов. 50, если не по ревссылке моей. 100, если по моей ревссылке вы пройдете на этот проект. Также 100 за вступление в Telegram. Ну и приглашая друзей, можем заработать дополнительно 50 токенов. Давайте начнем. Вводим сюда свой email адрес. Желательно, чтобы это был gmail.com. Нажимаем ОК. Проходим капчу, нажимаем подтвердить. Получаем письмо на почту и нажимаем верифицировать мой email. Кстати, почему-то Gmail у меня не прошел. Я ввел свой обычный mail.ru. Итак, нажимаем подтвердить email. Сразу видим свою реферальную ссылочку, которую мы можем копировать и передать друзьям, чтобы они поучаствовали в этом проекте. Так, ну и теперь давайте вступим в Telegram-канал. Нажимаем подписаться и возвращаемся обратно. Обновим страничку и видим, что 200 токенов мы с вами получили. Ну и теперь просто ждем запуска этой биржи, где мы сможем обменять свои токены, соответственно, на доллар. Платформа примерно будет выглядеть вот таким образом. Всего будет выпущено 500 миллионов токенов. Это очень мало и это очень хорошо. Третий приват-сейл пройдет со стоимостью 1800 токенов за один эфир. Это примерно и получается наша сумма. Ну а теперь ко второму проекту. В описании под видео я оставлю вам две ссылочки нового проекта. Проходите по второй и попадаете в Telegram-канал. И здесь нам нужно будет пообщаться вот с таким ботом. Нажимаем «Запустить». Здесь нам нужно пройти вот такую своеобразную капчу, буковка «П». Нам дана, мы здесь должны ее выбрать, на нее нажать. Здесь бот нам скажет, что вы должны сделать все шаги, чтобы наши токены пришли к нам на кошелечке, и поэтому мы соглашаемся. И начинаем набирать наши токены. Здесь мы должны подписаться на страничку Facebook этого проекта, пролайкать эту страничку, а также пролайкать последний пост. И после этого вставить ссылочку на свой профайл. Сейчас мы это и сделаем. Нажимаем «Like Facebook Page». Перейти по ссылке, перейти. Нравится. Далее спускаемся вниз к последнему посту. И ставим «Нравится». И возвращаемся обратно в Telegram. Вставляем ссылочку на свой профиль в Facebook. И нажимаем «Отправляем». Далее мы должны подписаться на чат этого проекта. Нажимаем на кнопочку «Open Group Chat». И присоединяемся к группе. Вот Дмитрий Медведев теперь в группе. Возвращаемся обратно. И нажимаем на кнопочку «Refresh». Далее мы должны проследовать в Twitter. Нажимаем «Follow us Twitter». Перейти. Здесь нажимаем «Читать». Теперь опускаемся чуть пониже, нажимаем сердечко, лайкаем и должны сделать ретвит вот этого твита. Возвращаемся к боту. И после этого нам нужно вот сюда вот ставить username твиттера нашего и, соответственно, отправить. Далее давайте проследуем вот еще на одну страничку твиттера и подпишемся, нажмем читать. Вернемся к боту и далее опять вставим свой username твиттера и отправим заново. Далее мы должны пройти на веб-сайт и пройти там регистрацию. Нажимаем «Open Website». Переходим. И здесь мы должны создать свой аккаунт. Нажимаем «Create». И сюда мы вводим username, свою электронную почту, паспорт, повторяем пароль. И, соответственно, нажимаем капчу, разгадываем и «Sign Up». Нам приходит табличка с поздравлениями. И нужно перейти на email, подтвердить свою регистрацию. Подтверждаем регистрацию, нажимая вот эту вот ссылочку. Видим, что наш email успешно верифицирован. Но можем также опять попробовать залогиниться на этом сайте.
Здесь пройти можно процедуру Know Your Customer на всякий случай, посмотреть свой профайл и видим цену токена. Пока этого делать ничего не будем, чтобы не терять времени. А сохраним просто эту страничку к себе в закладке и перейдем обратно к роботу. Далее вставляем сюда адрес электронной почты, который мы только что использовали при регистрации, и отправляем. Далее вставляем кошелечек ERS-20, желательно MyEther Wallet, куда придут нам токены. Если у кого-то нет, то на главной страничке моего канала вы сможете найти, как создать кошелечек, как им пользоваться. Отправляем свой кошелечек. Ну и видим, что у нас на балансе 80 токенов. Я так понимаю, 20 за Twitter. Проверит 6 часов, вот видите, им надо. И после этого зачислит. И здесь же нам дана реферальная ссылочка для того, чтобы приглашать друзей. И получать за это еще дополнительный токен. 5 токенов за каждого приглашенного друга. Тут кнопочка с настройками, давайте на нее нажмем. И видим, что мы можем поменять нашу информацию, которую мы вводили до этого. Но нам этого не надо, поэтому нажмем обратно. Давайте попробуем еще нажать на рефреш. Ну и видим то же самое. Пока приглашенных друзей у меня нет. Итак, 2 проекта мы с вами осилили. Еще 2 проекта я вам показал, в которых вы обязательно примите участие, потому что нас там ждут хорошие суммы, если все как бы там будет удачно с этими проектами. Но еще одна небольшая новость. Новость для тех, кто принимает участие со мной вместе в проекте Bide. Вот здесь. Ну а также ссылочку вы сможете найти в описании. Проект Bide. Так вот здесь в Твиттере появились новости. То, что вывод стал доступен 15 и 30 числа. И это очень хорошо, потому что как бы мы собираем токены до сих пор и можем их уже вывести. Вот здесь написано, что вывод 15 и 30 числа каждого месяца будет доступен. Это решили голосованием этот проект. Принять участие в этом проекте очень просто. Посмотрите мой видеоролик и, соответственно, сделайте то же самое. Здесь каждые 2 часа мы можем нажимать «Проходить капчу», нажимать на кнопочку и получать токены. От такой вот суммы до 25 токенов – это примерно $25. Давайте попробуем прямо сейчас. Проходим капчу и нажимаем «Get you Bide». Проходит какой-то отчет времени, и вот 0025 Bide положили мне на счет. И теперь пошло опять время до следующей попытки. Ну а если зайти вот сюда в дашборд, то я вижу, что у меня на счету 19 токенов, а вывод, соответственно, можно сделать будет 15 и 30 числа вот таким образом. Сумма более 3 токенов, то есть более $3, где-то вот так вот примерно, вот здесь вот видите, один эфир равен 100 Bide, ну даже побольше немножко, да. Вводите сюда, ставите адрес своего кошелечка, нажимаете Wise Drive и выводите токен на свой кошелечек MyEther Wallet. Ну а на этом все. Кто сочтет то, что в своем ролике я объяснил все доступно и понятно, поставьте лайк. Ну а кто нет, поставьте дизлайк. И подпишитесь обязательно на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующих проектов. Пока-пока.